И всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Мутроза. Мы сегодня будем продолжать играть в игру под названием Horror Field. Сегодня у нас будет обзорчик на такого выжившего, как Мэри. Это такая вот какая-то кореяночка, интересная, красивенькая девчуля. Мы сегодня на нее будем делать обзорчик. Ну что ж, будем начинать. Прочитаем сейчас ее биографию. Где наша Мэри? Мэри, инфо. Личное дело номер 2. Имя Мэри Ченг. Реально какая-то такая корейка, может, не знаю, китаянка или кореянка, как это правильно говорить. Профессия врач. Мэри Ченг с ранних лет знала, что хочет посвятить жизнь медицине. Прошла интернатуру в госпитале Джона Хопкинса и была одним из лучших студентов в своем классе. Во время учебы в медицинской школе она... Настоящий врач, заботящийся прежде всего о благополучии пациента. Имеет вредных привычек, категорически против курения и алкоголя. Достаточно скромна и повседневной жизни, но в то же время очень открыта и всегда рада новым знакомствам. Обожает танцевать, хорошо поет. Ну, вот такая вот интересная девчуля, скромненькая, миленькая, хорошенькая, еще и доктор, врач. Ну, хорошо. Ребят, поддержите лайкусиком, подпишитесь на канал, ну, а мы начинаем. Значит, что она... Ее умение. Давайте мы сейчас посмотрим ее вообще уровень. У нее медицина на 103 прокачана. В то же время у Джека на 14. Вы представляете, какая колоссальная разница. Почти что в 100 раз. Точнее, не в 100 раз, а, по-моему, в 10 раз, где-то так вот, видите? Дальше у нас идет, на втором месте это скорость, ловкость на 63, у нее больше всего не прокачано это инженерия, тоже время инженерия у Джека нормально. Давайте же мы на нее возьмем из склада вот такую вот интересную вещь и начнем. Она у меня на 4-м ранге, я недавно ее докачал. Вообще за нее, ну, я бы сказал, больше всего, что ли, сложнее играть, чем за всех. Она какая-то, ну, очень медленная в починке генераторов, ну, а все остальное у нее просто на высшем уровне. Особенно медицина. Она просто медик от бога, я вам скажу. Поэтому мы сейчас будем начинать. Вот, юзаем сейчас инженерный набор. И чиним генератор. Вот, видите, уже хорошо чинит она генератор. Она где-то в 3 раза так точно медленнее чинит без этого инженерного набора. Я вам говорю честно. Так, мы играем против, кстати, мясника. У нас в команде 2 Маркуса. 1 Жиробасик. Это хорошо. 1 Гарри. Бежим, 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 бежим. Бежим, 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 бежим. Бежим, 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 бежим. Так, тут у нас пусто. Так, что-то сердечко-то калатает у нашей Мэри. Вот она так вот ходит, интересно, да. Очень такая милая. Видно, что студентка прям. Ну, не такая прям девушка, взрослая уже. Еще немножечко в детство может вернуться. Вот танцевать, петь любит. Такой рюкзачок у нее интересный. Так. Ну чё, ну чё, ну чё, ну чё, ну чё. Так, все, ушли, 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 уходим. Есть. Фух, ну вот эти вот глазики, которые у меня есть, эти кольца, это просто величайшие. Нам остается всего последний генератор. Мы юзанули всего один инженерный набор. Вот. И ну и вот такие вот дела. Что-то я раненых не вижу. Нам бы раненых найти, да и подлечить. А то что-то совсем уже нет никого. Так, кричит она. Привет, ты не раненый? Ты не раненый. Чебурек. Ой! Спасибо, Маркус. Спасибо большое. Офигеть. Маркус молодец. Уходим. Уходим. Уходим быстро, 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 быстро. Блин, всех ранили? Сейчас в клетку, что ли? Не хочу одна быть. Нужно сейчас срочно сбежать тогда. Ого!
Бежим тогда. Тогда сбегаем. Я надеюсь, она выход нормально так открывает, то это будет сейчас полнейший облом. Давай, 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 давай. Мэри, 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 Мэри. Давай, давай, давай. Все, есть. Фух, сбежали. Первая катка затащилась. Есть. Правда, какая-то эгоистическая была катка. А, ну окей, окей. Все, пятый ранг. Мы добили на Мэри пятый ранг. Круто. У меня вот Джон. Ой, точнее, не Джон, а Джек пятого ранга. Этот у нас пятого ранга. У меня все почти что пятого ранга. Это очень круто. Следующая катка за Мэри. За Мэри. Погнали. Слушайте, я не поторопился или надо было? Ну ладно, сыгранем еще раз. А, культист, Джек, Джек. Хорошо. Два Джека будут отвлекать хорошенечко. Вообще за Мэри хорошо качать ранг. Вот ты можешь не чинить генераторы, а просто хилить. Тебе автоматически за хилку дают уже прокачку. То есть, даже если ты проиграл, иногда бывает, что из-за того, что ты хилишь, тебе хороший дают процент на прокачку самого персонажа. На эти звездочки, на ранг. И это очень даже хорошо. Так, юзанули инженерный наборчик. Сидим, чиним, чиним. Юзаем. Так, хорошо. Хорошо, хорошо. Бункер и культист это просто величайшее. Потому что он же слабенький, но в основном боты хорошо справляются с этим делом. Реальные игроки не очень любят играть за культиста в бункере. Привет, Джек. Я тебе помогу немного. Окей. Ну, инженерный набор на Мэри просто обязательно нужно юзать. Обязательно. Без него она просто как без рук. Вот. Это да. Ну и вот это вот кольцо, которое делает тебя невидимым, это просто имба. Его можно брать на любого перса. Абсолютно. Вот. И это, по-моему, Лины, да, кольцо. Она, чтобы получить это кольцо, нужно Лину как-то прокачать или что, я не знаю. Я уже забыл, я уже все позабывал. Все, изи, катка, мне кажется. Сейчас бежим, ребят, изи. Изи катка, просто прошло 2 минуты или даже меньше. Ну-ка, я хочу, это какой-то спидран прям получился, ну-ка. Давай, пробуем, сколько времени? Минута 39, вы понимаете? Минута 39, это мой рекорд. Минута 39, офигеть. Это мой рекорд. Так, опять мы против культиста. Лина у нас, Фил. Фил очень прикольный, я хочу его прям получить. Мы играем на храме. Мы на храме сегодня играли уже. Ну окей. Прячься, найди выход. Ну еще не генераторы, конечно. Как же иначе? Как же иначе? Тун-тун-тун. Юзаем. Юзаем. Все, поехали. Погнали. Вот я себе сейчас, наверное, поставлю инженерный набор на прокачку. Что ты делаешь? К стене подбежал. Уперся и убежал. Ну окей. Так. Чтобы на Мэри прям качать ее. Качать, качать, качать. Хорошо. Правда, я что-то еще никого не подхилил за Мэри. Что-то как-то совсем у нас нехорошо идет. И вот вы мне также писали в комментариях, один подписчик, большое ему спасибо, мне очень подсказываете в комментариях, что Мэри хорошо поет, это значит, у нее хороший голос, то есть она кричит громко, хорошо танцует, это значит, она бежит, по-моему, быстрее или что, типа того. А не курит, не пьет, это значит, она более быстрая, да, у нее скорость хорошая, потому что если ты куришь, курение это одышка, алкоголь это на сердце дает, вот. Ну вот такие вот дела, поэтому Мэри очень даже интересный, выживший, вот. Давайте. Если бы она еще чинила хорошо, цены бы ей не было, вы прикиньте такого персонажа, чтобы еще и чинил хорошо, и лечил хорошо, это вообще-то имба бы была. Но, к сожалению, такого нет. Настолько крутой имбы в игре у нас не придумано. Так, тут нет генератора, тут нет генератора. Хорошо, уходим. Нам остается еще два генератора починить. У нас инженерный набор, к сожалению, израсходствовался. Так, есть еще один генератор. Юзаем. Хорошо. Ой, кого-то убили, кстати. А я и не заметил. Я тут заговорился. Джек, по-моему.
который в стенку упирался, да? Ну окей, чиним-чиним генератор. Чиним-чиним генератор. Кстати, интересный факт. Раньше Мэри была блондинкой. Вот. И она вовсе не была такой милашкой, как сейчас. Это уже в новой версии разработчики ее немножечко поменяли, ремодельнули. Так, генератор тут есть? Есть, просто шикардос. Чуть пыхтит. Чуть пыхтит, пердит. Так, чиним-чиним генератор. Джек, привет. Чиним-чиним генератор. Я хочу дочинить. Я дочинил генератор. Одиночество? Блин. Я хочу спасти из клетки. Очень мне хочется. Ах ты, он юзанул перк. Блин. Ну не все так гладко идет все-таки. Нет. О май гаш, что это за реклама такая интересная? Не все так гладко, как говорится. Поэтому проиграть тоже достойно. Хотя ранг у нас не снизился. Ладненько, ну что, давайте еще последнюю катку мы сыгранем напоследочек. И Мэри очень крутой боец. Очень крутой выживший, мне кажется, один из самых лучших. Вот я сейчас за нее играет просто одно удовольствие. Быстрая. Умело лечит, это просто шикардос. Но на нее нужно обязательно инженерский набор брать. Потому что она же такая маленькая. Такая прям вообще, ой-ой-ой, крохотка. Не может своими маленькими тоненькими ручонками починить огромный, массивный такой генератор. Ну вы что? Так, мы играем, по-моему, на деревне. Юзаем перк, юзаем вещичку и инженерный набор. О, уже кто-то починил, прикиньте, на это, наверное, гарики там поработали, наши гари. Так, вот еще один мы починили генератор, прекрасно. Мясник там у нас что-то делает. Деловая такая сосиска наш мясник. 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 Мясник, не трогай ты меня. Так, генератор есть. Есть генератор. Чиним починка. Починка. Правда, тут не, ну, раненые ко мне не идут. Поэтому и лечить толком не могу я. Я же хочу генераторы чинить, а не только лечить. Вот, поэтому если бы они ко мне бежали, к моей Мэри, вот, то было бы намного лучше. А так-то никто не бежит к Мэри. Это печаль. Это печалька. О, сейчас я пойду, наверное, подхилю. Судя по всему, давай. Ко мне. Хилка. Смотри, как мы быстро. Давай, пока его нет. Давай. Давай, я тебя лучше... Мы его спасем. Я тебя хочу вылечить. Он не хочет, чтобы я его вылечил. Ну давай, я же вылечу, алло. Ты не хочешь? Или они боятся, что там... Это самый. Ну не хочешь, как хочешь. Это твое дело. Давай я вылечу тебя. Чё ты тут стоишь? Во, видите, как она лечит? Прям вообще на изи. Прям скоростная такая девчуля. Так, окей. Юзаем вот этот вот инженерный набор. Молодец, молодец, Мэри. Я просто поражаюсь. Крутая девка. Очень крутая. Так. Не понял. Пошел вон. Все, я отвял сразу же. Нет, не сразу же. Так что ж ты будешь делать? Нет, сейчас с первого раза. Ну да. Мэри слабенькая немножечко. Немножечко слабовато. Так, ну блин, ну я же вас же спасал. Вы меня тоже спасите. Алло. Алло, Маркус, ты чё? Помогите. Помоги, Маркус. Что ты там пляшешь? Иди сюда. Тут твоя девушка в клетке вообще-то. О, это куда-то бежит. Ну, давай, беги.
Это тут. Непонятно. Меня кто-то вообще собирается спасать или нет? Но вот это тут близко, прям возле меня. Он не хочет меня спасать абсолютно. Непонятно почему. Тот тоже близко. Ну, алло. О, идет, идет. Давай, давай, давай. Ну и подлечи меня заодно, слушай. Ну куда ты? Алло, алло, алло. Вообще, я в шоке. Ну, бежит сразу же. И я прям к нему. Ну, вообще. Все, да. Да. Ладно, вот такой вот был обзор, в принципе, на нашу Мэри. Вот. Мэри очень крутой боец. Очень крутой выживший. Мне кажется, довольно-таки хорошо вообще работает. Правда, мы на ней немножечко... Нет, ранг мы на ней вообще не сбавили. Вот такая вот Мэри. Следующий это у нас будет Гарик на обзор. Точнее, не Гарик, а Гарри на обзорчик. Мы его тоже возьмем. На этом все. С вами был я, Дмут Роза. Вы сегодня играли в игру под названием Horror Field. Поддержите лайкусиком, подпишитесь на канал. Всем удачи, всем пока-пока.